Надеюсь, я не опоздала. Ребята, что это с вами? Вы странно себя ведете. Доброе утро, детишки. О, нет, это же мисс Циркуль. Сегодня вас ждет много занятий. И начнем с теста. Не будем терять время. Приступайте. Тест, я не справлюсь. Я решу эту задачку. Время вышло, господа. И сейчас мы все проверим. Поздравляю, Энгель, ты справился. Замечательно, Лана, это пятерка. Клэр, а у тебя что? Надоело учиться. Школа – это неинтересно. Верните свои слова обратно, юная леди, иначе вам не сдобровать. Мисс Циркуль, только без нервов, договорились? Ты остаешься после уроков, Клэр. Ауч, больно. Не повезло же тебе, подруга. В следующий раз лучше готовься к урокам, Клэр. Дети, кто сможет решить эти уравнения? Алиса, попробуй, ты справишься. Проще простого. Ответ 10. Отличная работа. Попробуй ты, Лана. Ответ 15. Потрясающе. Ты тоже получаешь пятерку. Кажется, теперь моя очередь. Умножение, вычитание, сложение. Математика – это слишком скучно. Это возмутительно. Клэр, ты должна быть наказана. Изгнание из школы. И я в этом помогу. Простите, я просто пошутила. Все пропало. Нам конец. Ее уже не спасти. Ребята, дело серьезное. С учителями что-то не так. Нельзя, чтобы они добрались до нас. Надо как следует закрыть дверь. Действуем. Поторопитесь, мы все в большой опасности. Да, теперь наш класс – надежная крепость. Детишки, вам не спрятаться. Мисс Циркуль уже рядом. Мы закрыли дверь, хорошо придумано. Но меня вам не перехитрить. Мисс Циркуль, в этот раз вы проиграли. Еще посмотрим, кто кого. Ха-ха-ха! А вот и я, малыши. Сейчас мы узнаем, насколько крепкая эта дверь. Тук-тук-тук! Откройте! Попались, детишки! Клэр, это все твоя затея, признавайся! Мисс Циркуль, как вы зашли? У меня есть свои секреты, дорогуша. А ты останешься после уроков. Мисс Циркуль, лучше не злить. Итак, дети, открываем тетради и повторяем таблицу умножения. Математика? Опять? Ну уж нет. Сегодня уроки отменяются. Смотрите и учитесь, ребята. Клэр, что ты делаешь? Всего лишь спасаю нас от математики. Пожарная сигнализация! Это не шутки, но мы должны соблюдать правила. Дети, покиньте школу. Но уроки на этом не заканчиваются. Вместо математики мы проведем физкультуру. Мисс Циркуль, но это нечестно. Вам понравится, обещаю. Раз, два, раз, два. Быстрее, выше, сильнее. Упс, случайно вышло. Энгель, соберись! Не отставай, иначе пожалеешь! Да, мисс Циркуль, я стану чемпионом! Только не оставляйте после уроков! Что сегодня в школьном меню? Выглядит аппетитно! Упс, я такая неловкая! Тут свободно? Ух, я такая голодная! Супер! Объеденье! Девочки, кто это? Никогда раньше его не видела в школе. Приятель, все в порядке? Расскажи, что с тобой случилось? Это все проделки мисс Циркуль. На математике было так скучно, и я случайно заснул. А потом пришла мисс Циркуль, и она расправилась со мной. Это был настоящий кошмар. Только посмотрите, что она сделала. Это уже слишком. Мы должны отомстить, мисс Циркуль.
Доброй ночи, сэр. Я вас не побеспокою. Мне всего лишь нужно одно лекарство. Кажется, это подойдет. Мисс Циркуль, игра начинается. Ребята, время пришло. Я мастер запертых замков. Энгель, ты справился. А теперь за мной. Где же вы? Не отставайте. Клэр, а может не надо? Мы должны быть храбрыми. Вперед! На горизонте чисто. Кажется, мисс Циркуль спит. Клэр, что делать дальше? Мы добавим в ее утренний кофе снотворное. Энгель, помоги. Завтра на уроке будет очень весело. Доброе утро, мир. Я начну его с чашечки ароматного кофе. А сейчас самое время дарить детям новые знания. Ох, кажется, я не выспалась. Детишки, готовы погрузиться в формулы и уравнения? Тогда решите этот пример. Математика – это так интересно, правда? Но я так устала. Да, сработало. А теперь самое интересное. Урок искусства начинается прямо сейчас. Фантазию уже не остановить. Мисс Циркуль, поздравляю. У вас новый образ. Что? А где дети? Неужели я заснула? Кажется, мне пора домой. О, нет. Что со мной? Это все дети. Вы еще пожалеете, малявки. Здравствуй, школа. А вот и я. Привет, неудачница. Этот телефон теперь мой. Верни, я все расскажу директору. Попробуй поймать. Лови, лови. Вы плохо себя ведете. Что здесь происходит? Малявки, лучше вам сматываться. Мисс Циркуль, это был пранк. Бежим, скорее. Какие же они трусишки. Мисс Циркуль, это вы? Спасибо, вы меня спасли. Всегда рада помочь, дорогая. Ой-ой-ой, мы пропали. Ужасно, кошмарно, хуже не бывает. Энгель, я ставлю тебе 10 двоек. Родители в школу. Подруга, ты пугаешь детей. Лучше тебе успокоиться. Это мой урок. Уже нет. Да, кажется, ты права. Дети, увидимся завтра. Мисс Циркуль, вы лучшая. Да, это победа. Мисс Дэвил еще не скоро вернется. Не стоит аплодисментов, это моя работа. А сейчас устроим вкусный перерыв. Конфеты! То, что надо! Приятного аппетита, малыши! Мисс Циркуль, мы вас любим! Какие планы на сегодня? Ох, совсем забыла! У меня день рождения, и ко мне опять никто не придет! Ребята, не шумите! К сюрпризу все готово! Тогда вечеринка начинается! Ой-ой, кто здесь? Мисс Циркуль, с днем рождения! Самое время открывать подарки! Не терпится посмотреть, что там! Вау, это прелестно! Лучший день рождения в моей жизни! Детки, у меня хорошие новости. Познакомьтесь со своим новым учителем. Это мисс Мику. Добрый день. Надеюсь, мы подружимся. А где мисс Циркуль? Верните ее! Она лучший учитель на свете! Ну, как же я? Быть учителем – мое призвание! Мне очень жаль, мисс Мику. Уверен, у вас все получится в другой школе. Устроим незабываемый шопинг. Никогда не видела такую игрушку. Мисс Мику, отличный выбор. О, какая прелесть. Синамарол, мы с тобой подружимся. Добро пожаловать домой. Я скоро вернусь. Самое время принять ванну. О, идеально. Что за шум? Похоже на ребенка? Синамарол?
Что это с тобой? Ты стала настоящей девочкой. Получается, что я теперь мама. Тише, тише, детка. Уф, кажется, сработало. Ты плачешь? Ну почему? Я поняла, ребенок хочет есть. Мне нужна самая вкусная пицца. И побыстрее. Кто заказывал пиццу? Как раз вовремя. Спасибо. Приятного аппетита, мисс Мико. Малышка, как тебе такое? Начнем со смузи. Не нравится? А как насчет пепперони? Странно. Все любят пиццу. Что же едят дети? Синнаморол. Мама скоро придет. Добро пожаловать, мисс Мико. У меня срочное дело, сэр. Каша, молоко, бутылочки. Готово. Понимаете, моя игрушка вдруг стала настоящей девочкой. И теперь она очень хочет есть. Мисс Мико, вы станете самой лучшей мамой. Детка, мама уже здесь. Попробуй. Молоко – это вкусно и полезно. Ты просто чудо! А я твоя мама. Мико, а вот и ты! Готова веселиться? Я так долго ждала эту вечеринку. Танцуем до утра! Приятель, добро пожаловать на вечеринку. Ищешь свою хозяйку? Она на танцполе. Дамы, это особое угощение специально для вас. Как изысканно. Это лучшая вечеринка года. Малыш, ты потерялся? Ищешь Мику? Искупаемся? Тогда за мной. Я чемпион по плаванию. Бобо, как ты нас нашел? Мику в бассейне. Прекрасно выглядишь, красотка. О, это так мило. Пойдешь со мной на свидание? Пойду. Бобо, что ты здесь делаешь? Синнаморол плачет. Тогда скорее. Красотка, ты куда? Вечеринка отменяется. Меня ждет ребенок. Малышка, что случилось? Кажется, ты хочешь есть. Отлично, твой ужин готов. Ты опять за свое? Ну чего же ты хочешь? Мама сейчас что-нибудь придумает. А, что ты наделала? Сэр, проснитесь. Дело очень срочное. Мисс Мико, что случилось? Понимаете, моя дочка, она... Нам нужны подгузники. Много подгузников. Конечно, мисс Мико, пожалуйста. Вы меня спасли. Всегда вам рады. Синнаморол, только не плачь. Договорились? А это мы уберем. Быть мамой совсем непросто. Малышка, я рада, не плачь. Кстати, сегодня твой первый день в детском саду. Доброе утро, я Мику, а это моя дочка Синнаморол. Добро пожаловать в детский сад, милая. А маме нужно как следует отдохнуть. Хочешь поиграть, дорогая? Будет весело, обещаю. Я знала, что тебе понравится. Ох, ты такая милая. Синнаморол, что такое? Я знаю, ты хочешь принять ванну.
располагайся поудобнее. А это твой новый друг. Ты само очарование. А сейчас переодеваться. У нас получилось. Сладких снов, милая. Ох, мы чуть не забыли про сказку. В одной чудесной стране жила принцесса. Добрый вечер. Малышу Райану пора домой. Сегодня он славно повеселился. Здравствуйте. Мне не терпится увидеть Келли. А вот она. Надеюсь, я не опоздал. Малыш Боб скучал по вам. Обожаю свою работу. Но где мисс Мику? Мэм, кажется, вы забыли про своего ребенка. Вы правы. Я скоро буду на месте. Извините, мне уже пора. Мисс Мику, опаздывать нехорошо. Малышке Синамарол уже пора домой. Мэм, такого больше не повторится. Детка, мы снова вместе. И не забудьте заплатить, мисс Мику. Конечно, вы очень добры. Синамарол, уже поздно, поторопимся. Хорошего дня, дорогая. Получай одни пятерки. Ю-ху, школа! Я так этого ждала! Ах, только бы все получилось. Надеюсь, я найду здесь друзей. Кажется, не опоздала. Дети, познакомьтесь. У нас новая ученица, Синамарол. Юная леди, садитесь на место. А сегодня мы решаем уравнение. Все просто. Смотрите и записывайте. Мисс Синамарол, это неприлично. Нельзя спать на уроке. Ой, это вышло случайно. К директору. Сейчас же. Может, не надо? Бобо, потанцуем? Повторяй за мной. Малыш, что случилось? Как он посмел? Нельзя обижать Синамарол. Бобо, извини. Придется отложить танцы на потом. Синамарол, это возмутительно. Что вы сказали? Повторите. Мисс Мику, это вы? Мисс Мику, можно автограф? Yeah! Вы лучшая! Вышло недоразумение. Синамарол – наша лучшая ученица. Уж нет, мы найдем другую школу. Дорогая, за мной. Сегодня никакой учебы. Мы будем веселиться. Yeah! Мамочка, я тебя обожаю! Ю-ху! Смотри, как я умею! Детка, ты самая храбрая. Но на этом веселье не заканчивается. Добро пожаловать, дамы. Повеселитесь как следует. Вау, гонки! Я буду первой с дороги! А теперь устроим соревнование! Мама, тебе не победить! Милая, ты чемпион. А сейчас мама покажет класс. Смотри и учись. Мама, ты супер! Пришло время испытать свою силу. Мама, получилось! А теперь попробуй ты. Ой-ой-ой, не вышло. Дорогая, все получится. Да, я справлюсь. Синамарол, это рекорд. А сейчас заберем твой подарок. Ей! Лучше не бывает. Дорогая, ты выглядишь на миллион. Добро пожаловать, мы вас ждали. Занимайте свои места. Праздник начинается прямо сейчас. Мама, что происходит? Это все мне? Дорогая, с днем рождения! Это твоя вечеринка. Лучший день в моей жизни! Ой, я устала. Нам с малышом нужно отдохнуть. Полный релакс.
с таким животиком это делать непросто. Ой, мне нехорошо. Ой-ой, кажется, началось. Алло, помогите. Мэм, где вы? Помощь уже близко. Ребенок вот-вот появится на свет. Пора действовать. Ага. Мамочка, вы справитесь. Поздравляю, у вас чудесная девочка. Тише, тише, малышка. А сейчас познакомься с мамой. Кристи, привет. Я так долго тебя ждала. Вот мы и дома. А это твоя комната. Нравится? Ах, да, чуть не забыла. Кристи, ты проголодалась? Приятного аппетита, малышка. Быть мамой совсем не сложно. Стоп, откуда этот запах? Кажется, кое-кому пора сменить подгузник. Проще не бывает. Йо-хо, у меня получилось. Кристи, как насчет захватывающего приключения? Нам будет весело, обещаю. Мы почти добрались. Поезд, это так весело. Нам уже пора, Кристи. Почему бы нам не устроить шопинг? Обожаю шопинг. За мной, малышка. Вау, сколько здесь всего? Хочу все! Начнем с новенькой пустышки. Продолжаем. Мама, игрушку! Как скажешь, дорогая. Только бы ничего не забыть. Дочка, у тебя будет все самое лучшее. Приходите к нам еще, мэм. Но здесь ничего нет? Мама, что нам делать? Положись на меня, дорогая. У мамы есть план. Теперь это суперкомната. Как тебе такое, малышка? Мама, ты лучшая! О, я такая голодная! Сейчас мы это исправим, Кристи. Устраивайся поудобнее. А вот и твое молоко. Но нам нужно разогреть его. Мама, хочу есть! Приятного аппетита, детка. Объеденье. А теперь у нас дела. Этот сок очень полезный. И вкусный. О, мой животик. Значит, поторопимся, дорогая. Фух, кажется, успели. Я буду рядом. Мамочка, я все. За уборку. И не забудь умыться, Кристи. Гигиена на первом месте. Мы справились, дорогая. Почему бы тебе не искупаться? Больше, еще больше пены. Какой аромат! А сейчас переоденемся и спать. Не хочу! Кристи, уже поздно. Но я почитаю твою любимую книгу. В одном королевстве жила красивая принцесса. Ох, как же я устала. Что? Сколько времени? Кристи, пора вставать. Мы жутко опаздываем. А, но еще так рано. Пора в садик, малышка. А теперь чистить зубки. А может, поиграем? Ладно, ладно, уже иду. У меня получается? Конечно, дорогая. Но ты кое-что забыла. Я тебя подожду. Готово. Кто тут проголодался? Молоко – самый полезный завтрак. И каша тоже. Ты у меня такая умница. Я наелась. Отлично. Значит, идем в садик. Ей! Пассажиры по местам. Я уже здесь.
Наш экипаж отправляется. Надеюсь, мы не опоздали. Вы как раз вовремя. Добро пожаловать, Кристи. Ю-ху! Мне здесь нравится. Привет, я Деннис. А я Кристи. Будем играть. Смотри, как я умею. Ты следующий. Победила дружба. Чем дальше займемся? За мной, подруга. Ю-ху! Веселимся! Кстати, сможешь, как я? Конечно, смотри. А теперь поиграем в строителей. Отлично придумано. А еще я умею рисовать. Докажи. Ты первая. Смотри, учись, Деннис. А теперь я. Нравится? Идеально. Кажется, у нас обед. Тогда надо торопиться. Дети, объявляется вкусный перерыв. Кто хочет есть? Выглядит аппетитно. Так бы и съел. Это очень вкусно. А теперь десерт. Угощайтесь. Спасибо. Вы такая добрая. Лучше не бывает. Согласна, друг. Дети, кажется, вы устали. Совсем нет. Мы хотим играть. Значит, мы отправимся в космос. Пристегивайте ремни. И полетели. А вот и я. Кристи вас так ждала. Мама, я соскучилась. И я, дорогая. Давай играть. Малышка, нам пора домой. Но я не хочу. Кристи, мы вернемся сюда завтра. А я буду тебя ждать. Пойдем, малышка. Обожаю свою работу. Кристи, ужин уже готов. Я здесь. Твой любимый супчик из брокколи. Поскорей бы. Хочешь пить, милая? Держи. А вот и вкусняшка. Приятного аппетита. А на десерт самый вкусный тортик. Как это вкусно! Кристи, пора в ванную. Не догонишь. Готова, дорогая? Смотри, кто зашел к нам в гости. Мои игрушки. И добавим немного пены. Купаться, это так весело. А вот и наше пушистое полотенце. Что дальше, Кристи? Белоснежная улыбка, конечно. Молодец, Кристи. Я справилась. Ты самая умная девочка. И умным девочкам пора спать. Только не забудь свои витамины, дорогая. А заодно закапаем глазки. Ю-ху! Моя Мэри! Значит, мы все вместе почитаем сказку. Ура! Хочу знать, чем кончилась та история. Принц отправился искать свою принцессу.